что там от меня хотят-то? Что-то интересное, небось? Ему не сказали, что заходить можно. Чё, охренел, что ли? Антонио, we need to talk. Ты кто вообще? А, я узнал тебя. Эцио ди Торо. Теодоро, meet the most talented man in all of Venezia. Мадонна. А, sister Теодора. Да, именно так все сестры выглядят. I never imagined you as a religious type. Еще понтови, чем шлюхи. Religion, my son. It's not just men's souls that call for soothing. Come, join us, Ezio. Have a drink. Meet the ladies. Murderer! Butcher! He sliced Lucia and stole so, her money! So, Messer Ezio, let's see just how talented you are. After him! Да пошла ты в жопу, ты кто вообще такая? Догоните убийцу, расправьтесь с ним, охереть. А можно я просто поделим бабло там пополам? Где он там? И сюда. И сюда. Понятно. Если бы еще никто ко мне не мешался, было бы вообще прикольно. Да идешь в жопу, братан. Да блин, я пистолет не вырубил. Не вырубил, точнее. Ну ладно, как бы. Да, естественно, ее. Понятно? Так, окей, мы сейчас его просто догоним. Нахер нужно этим пистолетом заниматься? Маразм. Не хотели, чтобы я с пистолета слял, да? Вы сначала сделайте нормальное прицеливание, как бы. А то там баб убили. А, чуваки. Давай. Ау. До свидания. Дурацкая какая-то миссия была. Они, по идее, хотели, чтобы я использовал пистолет, но окей. Как бы так быстрее и проще. Я не знаю, что он бежал, но как бы, ладно. Так. Что там, кого там? Я вижу, куда надо спрыгивать. Куда надо залезать, ага. Тут, я так полагаю, будет постоянная ночь в этой главе. Ну, типа карнавал. Типа красиво все дела. Так. Мне надоело, кстати, влезать на одни и те же башни. Уже в какой раз? Чуть побольше разнообразных башен можно, нет? Так, Сфинкс. Хотя на них можно не залезать, что это я. Вообще нафига нужна эта синхронизация? Но толком ничего не дает. Так. Чё next? Где next? Ну раз еще страницы кодекса. Хм. Так, спокойно. Точки обзора, тайники. У меня осталась одна гробница, да? Получается. Перья, драки.
гонки, убийства. Кстати, тут за убийство же дают ачивку, нам проводят доставки, сокровища. То есть это имеются вот эти вот сокровищницы, да? Понятно, а где узнать, сколько, сколько станет кодекса, в какой провинции осталось? Это просто... Знаешь что? Пошел вон отсюда кусок дерьма, пошел с бунтом! Сюда иди! Сюда иди, карнавал, мать твою, иди сюда! Иди сюда. Братан, у меня для тебя есть отличный подарок. Колодец, там очень много... А там очень много монеток. Черт. Вон, вон там монетки есть, сгоняй за ними. До свидания. Ничего, выплывет, говно не тонет. Так, спокойно, вот сейчас... Сейчас он... Да, карнавальные артисты. Именно об этом я хочу сейчас прочитать, игра. О карнавальных артистах вообще никогда не слышал, что это такое. Ладно, пойдем в следующее здание возьмем. А то это будет тупо, когда я вроде помог кого-то там убить, кто там кого-то убивал. Ну, блин, ну вы поняли. И такой, приду я, пожалуй. Стой. Сука. Вот какого хрена ты взял и залез на эту сраную лестницу, а, ублюдок? Охрана, ну алё, гараж, работай, давай, забей его там потом, окей? Почему у нее быстрого слезания? Он что, боится заноски в своей ручке, что ли, запихнуть? Фу, фу на тебя это всё. Так. А, то есть здесь можно просто спуститься в какашки, да, вот, вот так вот просто. Лестница вниз в воду, кто-то захочет нырнуть, да? Венецианский вот, о, извращение с наркоман. Тут была новость, то, что один чувак выпил немножечко воды из Темзы и впал в кому. Как бы, да, просто, если чё. You have our gratitude, Ezio. Why is it, wherever you go, trouble falls? Может быть, это... туда, куда ты идешь? Идут неприятности. I imagine to rid Venice of Marco Barbato. But really, Ezio. We did this once already, and this new Templar Doge is a bigger culo than the last. Never mind that he never leaves the palazzo. Yes, except for tonight. Marco wouldn't dare miss Carnevale. How do you know this? In fact, he's throwing the biggest party of them all. But getting in won't be so simple. You'll need a golden mask for entry. And before you think about forging one, keep in mind, each mask is numbered. Fortunately for you, I have an idea. Let's see if we can't win you a mask. Easy. Знаете, выиграть маску. Поговорите с Теодорой о Марко Барбариго. Марко Барбариго! What is it, my son? You want to ask me something? I do. Forgive me, but why is it you wear a nun's habit if you are... Действительно. Сиськи все выдают. Whoever said I wasn't. А, понятно. Indeed. Господа нашего, какого? Коту, что ли? Yet you are also a courtesan. You run a bordello. So? I see no contradiction. How I choose to practice my faith. What I choose to do with my body. These are my choices to make. Такую игру в наше время бы не выпустили. Да. Слава 2009-му. By the believers of the city. Men hold God only as an idea in their heads. Not in the depths of their hearts and bodies. Men must know how to love in order to reach salvation. My girls and I provide that to our congregation. No church would agree with me, I realized. So I created my own. It may not be traditional, but men's hearts grow firmer in my care. Да, вот, вот так называется, да, понятно? Давайте уже мы дойдем до куда-нибудь. О, я думал, мужика отдают. Я мужика выиграл. For one, a uno solo to our most beloved Doge's personal ball.
Who would not desire such an exceptional reward? Come, compete! Whoever proves themselves champion in each of four games today shall be the Doge's personal guest tonight! That easy! You'd best get to it, Ezio. А, все что ли? А, то есть каждое задание это определенная мини-игра? Понятно. Так, ну давайте начнем с ближайшего, вот это вот. Какая разница, как бы. Какие мини-игры! Блин, знаете, что мне напомнило? Напомнил мне квест из DLC к Ведьмаку. Gentlemen, whether you win or lose, this will certainly be your favorite game of the day. Ladies, here's how the game is played. All the ladies in the district have ribbons. Your job is to obtain them. Whoever has the most before my hourglass runs out. Значит, пойду и забью всех баб, за устрашать их буду, и они просто дадут мне все свои ленты. Изи. Добудьте у дам нагромали больше лент, чем ваши соперники. Хаузи, фак. Hello. Спасибо. По-моему, за жопу их потрогал так немножечко. Они даже не против, по-моему. Можно бабло у них еще забрать? Упс! Не туда немножечко завернул. Ладно, повалить надо было ее на землю. Спокойно. What the fuck, Эцио? Харе, псих поганый. Ну хотя карнавал, чё, подумаешь. Извините, 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 извините. Вы что, издеваетесь? Вы серьезно? Чё они нападают на меня, алё? Пошли вон! Я ленты крал! Они бабло, вы чё, охерели что ли, мудаки? Дебилы! Пошли вон, я сказал! Совсем уже болваны! Да отпускай ты это говнище, спасибо. Лол, как бы. Hello. Простите, извините. Спасибо, леди. Так, для кого они делали это задание? Если оно просто закончится, вот, когда я украду все ленты, это будет немножечко туповато. Как бы даже не сложно. You're all looking lovely this afternoon. И что дальше? Все? Окей. We have a winner! You have more ribbons than any man here. Надо было еще мочилово устроить. Передал мне, чтобы не закидали меня лентами. Step closer to the greatest prize of all time. Сложное задание. 3000 флорен за то, что я просто собрал ленты. Охренело просто. Слушайте, может реально поучаствовать в всяких дурацких конкурсах, тебе будут давать ленты дурацкие. Так, сек. Ленты, ну в смысле деньги дурацкие. А чё так далеко-то в какой-то жопе? Ладно, ну раз там близко как бы точка обзора, то мы должны ее забрать. Потому что если ты прошел Assassin's Creed, но не собрал все точки обзора, ты кто? Ты вообще вали отсюда, понятно? Тебе скорее всего 12. А может даже 5. И ты не понимаешь все сути Assassin's Creed. В Assassin's Creed нужно собирать точки обзора. Синхронизировать все и только потом начинать игру. В жопу иди вот ты, да. В жопу иди. Гребаная Венеция. Куда, вот куда здесь прыгать, серьезно? Вот здесь везде все. Ну, вот это вот, да. Я чё сделал вот только что вот тебе игра? Вот за что ты так со мной? Как вот это вообще? Это повторить нереально. Попробуйте повторить, пожалуйста. Пожалуйста, попробуйте повторить, я хочу на это посмотреть.
Так что пошли заниматься на самом деле основным геймплеем этой игры. Да ты издеваешься, что ли? Они сказали то, что меня не будут узнавать в этой карнавальной маске. Какого хрена меня все узнают в этой карнавальной маске? Ну, братан, ну. Пош... Шел вон отсюда! Я сказал! Я сказал! Пошел вон отсюда! Да ты что, издеваешься, что ли? Я вон сказал отсюда, пошел! Дебил просто. Вот дебилы, вот дебилы есть дебил. Вот как с такими дебилами разговаривать, а? Так, надо тогда сгонять в Романию за страницами кодекса, раз тут что-то появляется. Ну, или здесь они внизу, здесь вроде не вижу, здесь вообще точек нету синхронизации. Чё за херня? Вот какая из этих вот, вот этих точек? Ага, всё верно. Так, спокойно. Чё здесь, у кого чё будем крать? Крать будем? Step right up! Come on, come on! It's time for a game of skill and agility. Понятно. Welcome, welcome! The rules of the game are simple. Outrun your opponents, take the flag from the middle of the field and bring it back to your starting position to score. If the opposition holds the flag, you must knock them down to steal it. Capture the flag. First to capture the flag Assassin's Creed. Three times, and the golden mask may yet be yours. Победить соперников в игре «Захват флага». Так, понятно. Понятно. Вот где он? Чё? Понятно. Идёшь нахер. Чё у них база внизу, у меня наверху? И как он быстрее, ну... оказался тут. Окей. А, делаем вот так вот. Добрал. Ну что, за мной лезет? Не, он просто останавливается, серьезно? Так он как бы не старается даже. Ну ладно, как бы. Ну и пошел ты! Лузер! А где он там будет? А, не успеваю. Нет! Жопа! Он слишком быстро. А, стоять, у нас один флаг, что ли? Потому что у меня есть, как бы, наш флаг. Понятно, забейте. А, хер с вами, я вас нанял, не знаю зачем. Занимайтесь там, знаете, бабла вам. Так, ну, мне говорят нанять, но я нанял. Да, вот, вот именно этим я буду заниматься сейчас. Это было сложно. Прям вообще капец. Я-то думал, что он как бы взял мой флаг уже, поэтому красным обозначается на карте. У нас не один флаг, у нас два флага, ну как бы это как...
Как это в режиме Capture the Flag, как бы есть вражеский флаг, есть свой флаг. А тут, кажется, один флаг есть. Лол. Три тысячи флорен. Мне бы за удачные Capture the Flag в Unreal давали столько бабла, я вообще охерел. Куда мне деньги вообще девать? Нате, шлюхи. Пойдемте. Все будут думать, что я успешный. Я нанял шлюх. А если в наше время ты нанимаешь шлюх, то ты успешный как бы или нет? Я так полагаю, здесь все есть, да? Вот на этой... Санта-Мария деля вино ля 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 булю ля 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 ля. Потом туда еще раз не хочу. Потом. Этим займусь. Подождите, я его уведу. Стойте. Меня бабы прикрывают. Реально? А что, охранники не обращают внимания на такое? Чуваки, да мы тут танцуем. Это нормально. Для Ubisoft это вообще нормально. Братан, знаешь, где есть деньги? Вот там вот есть деньги. Снова вот. Ничему ваши братья не учатся. Эдсу не убивал мир жителя, но теперь мы знаем то, что тут никто не умеет плавать. Right can... Welcome, benvenuti. Are you ready to test yourselves with a game of speed and endurance? Many challenges lie in your path. The game is simple, but finishing it. А какого хрена вы тогда еще предлагаете, если почти невозможно пройти? Dark Souls невозможно вообще пройти. Кто это придумал? Никто не проходит эту игру. Очень сложная. Dark Souls от мира Dark Souls. Побейте рекорд, установленный предыдущим бегоном. Че, снова бегать, что ли? Господи, боже мой. Там сейчас такой рекорд, мне еще минута останется, да? Налево, направо, вперед, вперед. Окей. А у меня в эти моменты съезжает, конечно же, левый стик. Точнее, ну, палец левого стика. Угу. Кто еще бегал здесь? Разрешено было этим заниматься? Чё? Куда мне? Я не понял. А, понял. А, ладно, зафейлил. Окей, я не увидел вот эту херню, то, что по ней можно прокатиться. Оп! Окей. Ладно, там по-любому есть время для дебилов. Я сказал, время для дебилов! Спасибо. Чё ты орёшь-то, блин, игра? Ладно. Все нормально. Тоже все нормально. Понятно. Вообще можно было нырнуть рыбкой, наверное, но ладно. Я забыл, какой кнопки это. Ой, fuck you, какие 22 секунды, алло. Все, давайте этот финал будет сейчас. Да ладно, не может быть. Я не могу просрать. Изи. Я же говорил, вообще такое. Dark Souls от Minutes Assassin's Creed. SL1 забег. Лица этих ребят такие. Ты как? Как ты это сделал с первого раза? Это он прошел Dark Souls? Понятно. Мы тоже сможем. Через два дня, которые были наполнены одним лишь Dark Souls, они впадают в депрессию, что они не могут ничего сделать. Братан, ну серьезно, ну блин, ну... Нихера себе! Батутные стены. Benvenute, Lottatori. The game is simple.
There's only one rule: no weapons. Fight until you are the last man left standing. Will it be you or two? Мордобой! Мордобой! Это офигенно! Обманом добра не наживешь, победите всех соперников. Можно их скинуть в воду, они смогут и сдохнут. До свидания. Привет. Черт, по яйцам-то боль, наверное. О май гад, жирная. Братан, немножечко. Да-да-да, молодец. Давай. А, ну да, он не дает схватить. О! Красиво. Looks like this one thinks himself some kind of campeón. Go on, Dante. Show him how sadly. So fucking hard. Братан, да ты просто, я не знаю, Майк Тайсон от мира Dark Souls. Очень сложный соперник. Я прям вообще капец. Вспотел аж. Конечно же, Данте выиграл. А, ну, дудак. А, нормально, с оружием, да? По-моему, их надо разоружить, но нельзя их бить. Я, по-моему, ошибся просто раз, и когда первый раз проходил. Мяу. Ау. А, больно. Да сдохни уже. Ау. Больно тебе, да? На. Я поцеловал его. Я, по-моему, в первый раз, когда проходил, ошибся здесь и убил его ножом, и у меня это... Может, ошибаюсь. Our winner has proven himself the fleetest of foot, the strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies. With four games won lealmente, the winner of the Golden Mask is... the winner of the Golden Mask is Dante Moro! Там вот это красное пятно посередине так убого выглядит. We'll see you this evening. Спасибо, папа! Да. Понятно. Продажные скотины. Ну, в принципе, да, лотерея это вот такая, да, ну, не украдешь, не проживешь. Это как бы нормально. Так, пойдемте на точку обзора разгоняем. Пошли вон! Господи, они так отлетают, просто капец. Батутные люди. Так, окей. Заодно можно и, наверное, точку. Ну, не точку, в смысле. Ну, вы поняли, эту херню забрать. Сбегать за броней Альтаира, что ли?
Или что там дают? По-моему, броню... Да, броню Альтавира там дают. Даже... Да, 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 её. Так, спокуха. О, побыстрее. Взбираться теперь можно. Серьезно, мне вот надо вот этот, именно вот так вот, да? Стать именно на крестик. Еще кто-нибудь такой, знаете, вот там вот башня стоит, покуривает трубку и такой думает, ну дебил. Или мундштук, или что тогда там было? А, я думаю, мне прыгать не стоит, да? Где-то здесь, да? Ага, вижу. Ну, погнали.